Владислав и Юля на утренние пробежки выходят с начала лета. В первый же день заметили мусор около ближайшего озера. Проходить мимо не стали, взяли в руки пакеты и начали убирать территорию. Мы не безразличны. То есть нам есть разница, в каком обществе мы будем жить. Это первое. Второе, я пропагандирую. У меня в соцсетях большое количество подписчиков. Я призываю людей, подаю пример. То есть только своим примером можно изменить сознание людей. Удалось привлечь и единомышленников. Алла Закревская приехала погостить к семейной паре. Сама она из Москвы, член Международного художественного фонда Московского объединения художников. Преподавала в филиалах Кембриджа и Оксфорда. Я приехала в Рязань, в общем-то, в гости вот к Юле и к Владиславу. Они вдохновили меня на утренние пробежки и уборку мусора. И, пользуясь случаем, я хочу сказать, что почему я занимаюсь искусством, потому что я вижу, как оно облагораживает сердца, оно воспитывает взгляд на правильное видение, на красоту, на чистоту, потому что, по большому счету, люди не замечают, что они мусорят вокруг себя. Мусорят не только мусором, своими словами, своими поступками, своими действиями. И мне очень бы хотелось, чтобы люди поменяли свое сознание, вот, знаете, в такой более чистой, благостной. Самый крупный сбор – 6 пакетов. Больше, говорят, физически не унести. От озера они идут еще километр, чтобы выбросить мусор в контейнеры. Но на следующий день уже появляется новый – бутылки, банки, емкости из-под шашлыков и многое другое. Поэтому и проводят беседы с местными. Каждый день контактируем с рыбаками, которые ловят здесь рыбу, общаемся, призываем к чистоте и порядку, клянутся, божатся, что они больше не будут. Совсем недавно, во время утренних пробежек, обратили внимание на то, что около озера стал появляться и крупный строительный мусор. Гипсокартон, армстронг, деревянные балки. Говорят, люди просто привезли его и бросили здесь. Юля обратилась в природоохранную прокуратуру, и ведомство отреагировало. Весь мусор собрали. Сейчас утренние пробежки продолжаются, а вместе с ними и уборка берегов озера. Семейная пара на своем примере показывает, что город можно сделать чище вместе. Достаточно лишь самому приложить к этому руку. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».